Вот смотрите, в каждой лампочке содержатся светодиоды. Обычно сгорает один. Вот он сгоревший, его сразу видно. Ну, его можно специальным тестером проверить. Вот этот сгоревший. То есть его заменить, лампочка опять целая. Не выбрасывайте сгоревшие светодиодные лампочки, призывает горожан Сергей Оборский. Их на акции по раздельному сбору мужчина собирает не на переработку. Для реинкарнации на замену диодов у Благовещенца уходит максимум 3 минуты. Если собрать несколько лампочек, одни могут быть донорами, а другие ремонтируем. И вот такая лампочка еще месяца 3 минимум служит. То есть их не нужно выбрасывать. Без лампочек, зато с целым пакетом пластиковых бутыльков в этот раз на акцию пришла Вера Короткова. Сортирует отходы Благовещенка год. В корзинке ее велосипеда полторашки, двушки из-под воды, тара от бытовой химии, крышечки. Есть у нее и своя популярная фракция. В основном бутылки из-под молока. У нас мы очень много потребляем молока, так как сейчас у нас тара изменилась, поэтому рука не поднимается выбрасывать мусор, потому что мусора везде много. Совершенно несложно, совершенно несложно. Я считаю, если бы хотя бы каждый десятый вот это делал, то бы мы вообще очистили нашу планету замечательно от мусора. Традиционно поучаствовал в полезной акции коллектив города 24. За несколько месяцев собрали большую коробку бумаги и ее сдали на переработку. Всего за 2 часа на площади ОКЦ собрали 1,5 тонны макулатуры. Целый прицеп с жестяными и алюминиевыми банками. Прошедшая акция стала рекордной для Благовещенска. На нее пришли больше 1000 участников. Каждую третью субботу месяца здесь ждут и помощников. Из месяца в месяц всегда очень востребованы любые волонтеры, жители города Благовещенска. Поэтому, если у кого-то возникает желание помочь и принять участие в акции, то эти люди могут обращаться в региональное отделение ассоциации «Раздельный сбор». Желающие помогать сортировать отходы могут также обратиться в молодежку. Телефон на экране. Занятость на акциях от 1 до 3 часов. Но гораздо важнее польза, которую несет раздельный сбор отходов окружающему нас миру. Кристина Слепцова, Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».